Вот, ребята, 29 января. Такая погода предновогодняя. Вот это вот наша кобылка. Мы ездим на ней на работу. Такой старый. Старый фордик. Пока наш в ремонте. Дали нам такое вот чудо. Юдо. Так, а сейчас мне нужно съездить товарища на поезд проводить, так как он уезжает в отпуск. Вот. Так что сейчас поеду. Вот это вот наш завод со стороны стоянки. Так. Все, поехал его отвозить. Вот покажу немножко окрестности наши. Это называется Рачица. Такая деревенька. Это дорога на работу. На наш завод. Отвез я друга на поезд. Поехал в отпуск. Возвращаюсь на работу. Обычная чешская деревня. Наш завод.